Культовый предтренировочный комплекс «Фьюри Роджер» снова в продаже. «Фьюри Роджер» – энергетик не для новичков. Три матрицы, каждая из которых несет свою функцию. Одна заряжает энергией, вторая дает мощный пампинг и выносливость. Третья – ментальная, работает как ноотроп, улучшает деятельность и работу головного мозга. Чарльз, всего несколько минут назад закончился ваш бой с Исламом. Что скажешь о его и о своем выступлении? Немного я могу сказать. Он сделал, что было нужно. Он был лучше меня. Был способен делать то, чего я не мог. И он смог навязать мне свою игру. Переводил меня в партер и работал. Больше мне нечего сказать. Ты хотел бы поскорее провести реванш и доказать, что ты можешь снова стать чемпионом? Сегодня, завтра, сейчас, неважно, когда, я готов драться. Как я говорил раньше, в один день ты лучше самого себя, в другой ты — это просто ты. Я хотел бы провести реванш поскорее и приложу все усилия к тому, чтобы это произошло. Мы видели, как после боя к тебе подходил Хабиб, и вы говорили. Что именно он тебе сказал? Как бойцы, мы понимаем, что у нас такой спорт, в котором необходимо привлекать внимание людей. Это мы и делали. Делали то, что поможет раскрутить бой. Он подошел и сказал, «Мы просто раскручивали бой». Сказал, что уважает меня. Понимаешь, Хабиб — великий чемпион с потрясающей историей. А теперь он сам сделал чемпиона. Сказал, что уважает меня и что разговоры — это часть работы. Вот, пожалуй, и все. Какие у тебя были эмоции, когда ты увидел семью и команду, выходя из октагона? Мы семья. Мы побеждаем вместе, проигрываем вместе. И всегда будем вместе. Единственное, что я извинился перед ними за то, что не победил. Они будут рядом, а значит, я вернусь. Я знаю, что чувствуют мои фанаты, и что многие заведения в Бразилии закрылись только, чтобы посмотреть мой бой. Я был бы рад подарить победу людям и стране, которые так в этом нуждаются. Теперь я просто вернусь в зал сегодня же. Буду тренироваться и выполню задачу. Вместе с людьми, которые меня любят, поддерживают и прикрывают. Мы пройдем этот путь, перевернем игру, и пояс снова станет моим. Чем борьба и грэплинг Ислама отличались от навыков тех людей, с которыми ты до этого соревновался, тренировался и готовился к боям? Я не могу сказать ничего конкретного о его технике. Скажу только то, что сегодня Ислам был лучше, чем я. Он смог навязать мне свою игру, навязать свой ритм и делать то, что надо делать ему. Я мог бы сказать, надо было сделать так или сделать так. Ислам был просто лучше меня. Больше мне нечего сказать. Похоже на то, что после победы Ислама UFC хотят организовать ему бой против Волкановского. В таком случае, как думаешь, с кем тебе лучше всего провести бой? Я все еще претендент номер один в категории. Так что я вернусь домой, увижусь с семьей, поговорю с менеджерами, может быть, немного пободаюсь с UFC. Ведь я всегда делал то, что они просили. Мы переждем какое-то время, ведь выбирать пока некого. Вернусь домой и оттуда буду решать вопрос. Vamos pensar em algo melhor para nós, para não só para o Charlie, mas também para como para o UFC.